состоялось торжественное заседание общественного совета при ректоре НИУ БелГУ, посвященное празднованию 140-летия университета. Открыл торжественное заседание ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин. Он подчеркнул значимую роль общественного совета в решении важных вопросов, связанных с работой всех сфер университета. Нам не хватает такой дискуссионной площадки, где мы могли бы обсуждать жизненно важные вопросы социально-экономического, научно-образовательного, духовно-нравственного развития, формирования принципов социальной солидарности, корпоративной культуры, этики. Мнение авторитетных, уважаемых людей, которые входят в Совет, нам очень важно и дорого. К тому же истина, как известно, рождается в спорах. Олег Николаевич сообщил, что в октябре текущего года истекает срок полномочий действующего общественного совета и будет утвержден новый состав. Ректор выразил уверенность, что работа нового состава окажется не менее плодотворной. В завершение Олег Николаевич поблагодарил губернатора и правительство региона за оказанную поддержку в становлении и дальнейшей работе университета. Заместитель губернатора, начальник департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Ольга Павлова поздравила коллектив университета со 140-летием, заметив, что Белгородский госуниверситет – это кузница кадров для всего региона. Глава администрации города Белгорода Константин Полежаев подчеркнул в своем заявлении, что развитие города тесно связано с развитием Белгородского госуниверситета. Если мы сегодня позиционируем город Белгород как город возможностей, город реализации талантов молодежи, то наша совместная работа с вузом, она просто крайне необходима для того, чтобы получали студенты образование, для того, чтобы мы могли создавать дополнительные места, для того, чтобы студенты оставались работать в городе. Заместитель начальника управления культуры области Наталья Козлова отметила значимую роль НИУ БелГУ в развитии культурного потенциала региона и формировании гармонично развитой личности. В завершение торжественного заседания общественного совета преподавателям и сотрудникам вуза были вручены благодарности Департамента внутренней и кадровой политики области, администрации Белгорода, а также почетные грамоты управления культуры региона и награды ректора НИУ БелГУ. Считаю, что определенный вклад мы вносим в подготовку профессиональных кадров в области физической культуры. Вклад, который наши ученые, специалисты, преподаватели и работники вносят и в жизнь университета, и всего города, и региона, он оценивается.